Добрый вечер. Я сегодня хочу рассказать об одной из моих подписчиц. Это Анна Шнайдер. Она из Германии. Кстати, живет она в 15 километрах от резиденции издательства «Бурда». И я ей очень благодарна, что она старалась мне помочь разрешить вот этот вот конфликт или ситуацию с тем, что мне не разрешали делать обзоры «Бурда» на YouTube. Ну, посмотрите, какое красивое платье на Анне. Просто я любуюсь. Это платье сшито по МК в группе «Волшебные стежки». Это вот оригиналы платьев, то есть мое и платье «Анаит», мое с рукавами, «Анаит» без рукавов. То есть эти оба варианта мы шили в группе «Волшебные стежки». И Анна сделала свою интерпретацию. Мне кажется, замечательно получилось. Вот платье без рукавов, это в качестве сарафана «Анаит» носит. Это мое платье. Вот оно получилось таким любимым, теплым. Я его часто ношу. Под пуховик короткий, меня спрашивали, или под шубу. Был такой вопрос, под что вы его носите? А это платье «Анаит», сарафан, она его носит с водолазкой. Вот, пожалуйста, тоже слегка другой валан. Тоже, мне кажется, красивая интерпретация этого платья. Платье шилось по вдохновению. Ну, от подиумной модели. Это тоже платье, пальто по курсу. Пальто здесь Анна применила мой любимый дедушкин воротник, который я показала, рассказала, начертила тоже в группе «Волшебные стежки». Я его часто применяю. Он очень легок в исполнении и всегда красиво лежит. Ну, называем мы его дедушкин воротник, потому что это наша семейная выкройка. Мне кажется, здорово, что клетка такая сочная и посадка отличная. И трудно поверить, что это новичок шитье. Анна новичок шитье, стала она шить вот именно со мной. Мы с ней изначально отработали выкройку рубашки. То есть я показала, как надо корректировать журнальные выкройки на себя. И она оказалась очень способной ученицей. Вот, очень скрупулезно она относится ко всему. И вот, пожалуйста, замечательные результаты. Мне уже не приходится каждую ее примерку корректировать, потому что она замечательно сама со всем справляется и уже шьет по всем моим курсам. Она участница всех групп, всех курсов, и она отовсюду черпает то, что ей нужно. Это платье мы шили на канале. Платье из джерси. Тоже я там показала корректировку на большую грудь, потому что сама выкройка не предназначена для роскошных форм. Но, тем не менее, мои девочки все очень удачно сажают на себя эту выкройку. На канале есть пошив. Я там в платье терракотового цвета. Анна решила себе шить вот такое платье. Очень грамотно сделан вырез. Удлиняет шею и темный цвет дальше от лица. Отличный вариант этого платья. Кстати, очень много шито платьев по этому МК. Дальше Анна шила платье из джерси тоже другого фасона. По вдохновению от Burberry мы шили это платье тоже в группе «Волшебные стежки». Платье это с отделкой металлическими кольцами. Очень подробно я все показала. Анна интерпретировала таким образом. То есть она оставила кольца на манжете и не стала делать на плече, как мы сделали. Ну, мне кажется, очень разумное решение. Это вот она показала детали изнанки, как аккуратно все сделано. Кольца она взяла не такие, как у нас, темные, а контрастные, золотистые. Мне кажется, замечательно получилось. Вот петельки, подкладка. Вот этот потрясающий комплект. Анна уже, когда научилась корректировать выкройки, для нее уже не составит труда шить любое изделие, которое ей понравилось в любом журнале, не только в журнале «Бурда».
Это платье вот тоже с кольцами, которое именно мы шили для Анаит на канале. Ой, извините, в волшебных стежках, то есть оригинал. Мы использовали кольца таким образом. Многие девочки кольца, значит, использовали и поверху валана в юбке, тоже красиво получилось. Но так, как и в оригинале, да, в платье Бербери. Много появилось у меня заказов после этого платья. Вот один из заказов, это вот серое джерси. Тут валан высокий, и кольца на плече и на манжетах. Тоже удобное, очень носибельное. Если выбрать хорошего качества джерси, то это платье станет любимым. Ну вот тоже я ближе показала детали. Там я показала, как делать планку из трикотажа. В общем, эти все петли, все очень подробно. Кого заинтересовало это платье, это все в волшебных стежках. Ну, опять вот этот потрясающий комплект. Мне очень нравится, как Анна подбирает аксессуары. Все в меру, все к месту. Это, конечно, такая стать, такая фигура на зависть. Я надеюсь, что эти картинки, эти фото вас вдохновят. Вы поймете, что даже новички могут вот таким образом, узнав основные моменты, да, и технологии, шить себе подобные вещи. Вот платье, платье-рубашка. Мы сажали выкройку на грудь. И я на канале показывала клешеную юбку к платью-рубашке. Вот замечательно, что Анна именно вот таким образом интерпретировала. И мне очень нравится, что она выбирает яркие цвета. Вот платье, которое сшито на ПМК на канале, льняное платье. Опять же, правильно подобраны аксессуары. И мне очень нравится, что опять же солнечный яркий цвет. Вот остается только любоваться и радоваться, что я каким-то образом причастна к этому. Мне нравится, что Анна пишет, что муж гордится тем, что эту одежду Анна шьет сама. Это тоже очень ценно. Вот это платье, которое мы шили на канале, это Анаит. Вот платье льняное с пояском и без пояса. Очень носибельное, очень похватное, как я говорю, платье. И такой фасон остается в моде и в этом году. Просто и со вкусом. И очень подходит для того, чтобы менять аксессуары каждый раз по-новому. Вот платье посажено на фигуру. Опять же, когда знаете, как работать с готовыми выкройками, я уже говорила, что не составит труда любой фасон из любого журнала, не обязательно, чтобы это была бурда, сажать на свои индивидуальные параметры. Вот дальше будет платье, которое мое любимое платье, и я очень рада, что у многих оно теперь любимое платье из льна. Анна выбрала такой красивый голубой цвет. Обратите внимание на рукав, который остается модным и сейчас, хотя платье это сшито года, наверное, уже 2 или 3 назад. Вот с тех пор и началось шитье Анны. То есть тогда она вместе с нами с канала начала шить. Вот, пожалуйста, мое платье с декором. Я его очень часто ношу и уже даже стирала в машинке, потому что, ну, уже посчитала, что уже пора его в машинке простирать. Но дело в том, что с декором ничего не случилось, на удивление. Как мы делали этот декор, я тоже показала в этом МК. Вот платье-рубашка, тоже очередное, с воротником на стойке. Мне очень радостно, что девочки освоили легкую технологию вот воротника на стойке, манжеты, и активно применяют. Очень красиво, и цвет красивый, и замечательно выглядит
Анна, именно вот в платьях, рубашках, как и во всем остальном. Девочки, ну спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам понравилось. Анна, и вы вдохновились.